Сегодня Всемирный день настольного тенниса. Этот вид спорта стремительно набирает популярность и в Кызылорде. Как показывает мировой рейтинг Международной федерации настольного тенниса, до середины прошлого века первые строчки занимали европейцы. Потом их сместили и до сих пор удерживают пальму первенства спортсмены Японии, Китая, Кореи. Секрет успеха азиатов в настольном теннисе, по мнению экспертов, широкой пропаганде игры. Теннисные столы стоят чуть ли не в каждом дворе. На сегодня по области действует 512 секций с охватом около 13 тысяч детей. Это пятый показатель по стране. После того, как папа занялся теннисом, я тоже выбрал именно этот вид спорта. Вот уже почти полтора года занимаюсь. Занял первое место в Актюбе. На областных соревнованиях тоже занимаю призовые места. Хочу стать чемпионом страны. В настоящее время работаю с подростками. Их около 60. Кроме того, секцию посещают 10 лиц с инвалидностью. Сегодня наши воспитанники занимают на областных соревнованиях первые и вторые места. Среди людей с особыми потребностями есть претенденты на звание мастеров спорта. Этот вид спорта требует от игроков высокой скорости, динамизма, мгновенной реакции, сосредоточенности и огромной работоспособности. Эти качества вырабатываются с измала. У нас принимают секции с 5 лет. Повсеместно открываются и частные секции. Цель открытия секции – отвлечь подростков и молодежь от гаджетов. От тенниса очень много пользы. Стоит отметить, любителей этого вида спорта становится все больше. Теннис вызывает нельзя. Люблю заниматься теннисом. Прихожу сюда с большим интересом. Нравится участвовать в соревнованиях. Казахстанцы уже показывают хорошие результаты на мировых турнирах. На слуху имена Алана Курмангалиева, Кирилла Герасименко и других. Как знать, может и быть, в Кызылорде подрастают будущие звезды этого вида спорта. И еще, этот год для настольного тенниса юбилейный. Он был включен в программу летних Олимпийских игр ровно 35 лет назад, в 1988 году. Айдана Шайхслама, Санжар Мансур, Тархан Токси, телеканал Кызылорда.